Вот такие необычные и крутые товары до 4 долларов вы увидите в этом видео. И как всегда в конце ролика будет ваш любимый конкурс, так что смотрите до конца. Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу прикольные, полезные и дешевые товары до 4 долларов с сайта AliExpress. Думаю, они вам понравятся. Если не хотите оставлять часть денег китайцам при покупке с Алиэкспресса или из других интернет-магазинов, то пользуйтесь кэшбэком. Все ссылки на товары из видео и на то, что такое кэшбэк и как им пользоваться, есть в описании под роликом. И по традиции, если вы досмотрите видео до конца, то сможете принять участие в конкурсе с прикольным призом. Приятного просмотра! И начнем мы с универсальной ручки 6 в 1. Это очень удобный аксессуар для тех, кто часто работает над инженерным и графическим проектированием или дизайном. Ручка-инструмент оснащена съемником-колпачком стилусом из токопроводящего пена полиэтилена. Данный полимер достаточно мягкий. В отличие от пальца, стилус универсальной ручки обеспечивает более точные прикосновения, не оставляя царапин и жирных следов на сенсорном экране. Благодаря встроенному измерителю уровня, ручка инженера позволяет точно определять радиус отклонения горизонтальных и вертикальных поверхностей. Ручка может использоваться как ручка-отвертка для закручивания и откручивания небольших винтов и шурупов. Чтобы воспользоваться отверткой, достаточно снять стилус-колпачок. На корпусе ручки отображена линейка, с помощью которой можно замерить длину до 7 см или начертить линию, график и так далее. Шершавое основание около пера предотвращает скольжение ручки в пальцах во время записи. Переставной угломер с транспортиром 180 градусов. Необходимый инструмент, предназначенный для точных измерений и нанесения разметки углов при выполнении столярных и слесарных работ. Модель оснащена небольшой линейкой, что делает ее более функциональной, позволяя измерить и углы, и различные габариты. Изделие изготовлено из нержавеющей стали, которая устойчива к воздействию влаги и не боится коррозии. Широко используется в сфере сборочных, слесарных и столярных работ. Тефлоновый антипригарный коврик. Необычное, но чрезвычайно полезное приспособление для вашей кухни. Антипригарные коврики используются при жарке и запекании в качестве подложки на сковородку или противне. Основные преимущества антипригарной подложки коврика. Приготовление пищи без масла и жира. Исключение прилипания пищи к антипригарному покрытию, простота в обращении. Работают антипригарные коврики абсолютно с любыми противнями и сковородками, стальными, чугунными и тефлоновыми, во всех печах и плитах, электрических, газовых и СВЧ. Антипригарные коврики жароустойчивы вплоть до 270 градусов. Тефлоновые волокна, из которых изготовлены коврики, минимизируют прилипание и подгорание пищи во время приготовления. После использования коврики очень легко моются в теплой воде. Крутая универсальная открывашка. Понравится любителям путешествий, так как имеет в своем распоряжении не только крутой вид, но также несколько плоских отверок для разнообразного применения как на природе, так и дома. Также есть что-то наподобие серейтерного ножа, ну или что-то похожее на него. Им можно что-то отрезать, веревку, например. Хотя, честно говоря, у меня есть сомнения по качеству заточки. Зато такой брелок можно повешать на ключи и использовать в любой нужной ситуации, даже открыть бутылку пива в нужный момент. Щетка для обуви предназначена для удаления загрязнений с бархатистых поверхностей. Каждая из трех зон выполняет собственную функцию для качественного и безопасного очищения материала. С помощью щетки удается восстановить эстетический вид замшевой обуви, когда под рукой нет химических средств. Каучуковая поверхность щетки для замши мягко восстанавливает поверхность деликатных материалов. Жесткий синтетический ворс в сочетании с латунной щетиной очищает от сухих липких загрязнений. Щетка сохраняет идеальный внешний вид обуви, подчеркивает привлекательность и безупречный стиль. Разноцветные силиконовые шнурки сделают процесс носки обуви на шнурках очень удобным, и вам больше не придется беспокоиться о торчащих или развязанных шнурках. Не нужно больше завязывать бантики или двойные узлы. Эти шнурки вообще не нужно завязывать. Они пришлись по вкусу и молодежи, и людям пожилого возраста. И, конечно, женщины в положении приобретут такой механизм с удовольствием. Эти шнурки растягиваются, когда вы снимаете обувь, и принимают комфортную для ноги форму во время носки обуви. Набор счастливого человека. Глядя на такой набор, сразу понимаешь, человек действительно счастлив. Или, по крайней мере, собирается стать счастливым в самое ближайшее время. Возможно, дизайн приборов покажется грубоватым, но он точно никого не оставит равнодушным.
потому что нельзя оставаться равнодушным, когда бутылка с вином легко открывается мужским достоинством. Круто? Вот и дизайнер, который придумал такой набор, тоже так подумал. А еще есть пробка в виде этого же органа. Купите этот набор и повеселите своих гостей. А еще этот наборчик можно подарить другу. Наверняка многие оценят и практичность, и необычный дизайн штопора и винной пробки. Мягкая губка-перчатка для ухода за авто. Идеально подойдет для мойки авто. Сверхмягкая пуховая сторона нежно, но эффективно очищает грязь и жир со всех окрашенных поверхностей и стекол. С помощью варежки вы можете добиться нежного и аккуратного очищения, благодаря перекрестному плетению волокон и эластичной манжете, плотно прилегающей к руке. Идеально для предварительной очистки, позволяет удалить грязь и пылевые отложения. Губка сделана из искусственной шерсти. Самая удобная модель фонарика для работ в затемненном пространстве. Налобный фонарик, который работает от батареек 3А. Фонарик удобный прямоугольной форме, прекрасно держится, не спадая, но при этом неощутимый на голове, благодаря своему легкому весу. Пригодится такой фонарик вам на даче, при ремонте машины, на рыбалке или охоте, да и вообще в любой ситуации в темном месте. Вы можете воспользоваться тремя режимами работы фонарика: яркий свет, приглушенный свет и сос-сигнал. По заявлению продавца, мощность фонаря составляет 600 люмен, но тут я что-то сомневаюсь, хотя нужно проверять, может и действительно так. Универсальный микро-USB кабель. Используется для подключения портативных устройств к компьютеру с целью передачи цифровых файлов между ними или подзарядкой. Гарантирует максимальную производительность благодаря соответствии с требованиями стандартов USB и Quick Charge 3.0 для быстрой зарядки гаджетов. Но главная фишка кабеля – это то, что вы сможете подключить любой телефон для зарядки, будь то Android-устройство или устройство на iOS. В кабеле есть два входа – micro-USB и Type-C. Плюс еще кабель растягивается с 20 см до 50, что является достоинством. Недорогой разметочный шаблонный инструмент. Измерительная прямоугольная четырехсторонняя линейка для инженеров, мастеров и строителей. Это чрезвычайно удобный многофункциональный инструмент для разметки и измерений. Полезный и необходимый как для любителей, так и для профессионалов. Измеряет как дюймы, так и сантиметры. Материал пластмасса. Диапазон измерения 25-12 см. Инструмент прост в использовании, имеет уникальный механизм затяжки одной рукой. Просто поместите инструмент на рабочую поверхность, сдвиньте линейки для придания копирования нужной формы и затяните болты. Линейки могут фиксироваться под любым углом и использоваться как многоразовый трафарет для разметки. Гибкий мини-штатив для телефона и других гаджетов. Все лапки гнутся и принимают любую форму, после чего держатель надежно сохраняет форму. Есть возможность устанавливать его на резьбу не только посередине, но и на одну из лапок. Есть выемки, чтобы вешать за лапки, например, на веревке. Маленький, компактный, легко поместится в любой сумке. Оригинальная конструкция состоит из 5 гибких щупалец. Конструкция позволяет установить штатив практически на любой поверхности. Ножки штатива могут сгибаться и поворачиваться на 360 градусов. Благодаря такой гибкости штатив можно обернуть даже вокруг ветки дерева или фонарного столба. Держатель для телефона можно установить не только в центре штатива, но и на одной из его щупалец. Брелок от Marvel в виде молота Тора Мьёльнира. Молот бога Тора из одноименных фильмов про этого героя. Размер 8 сантиметров, изготовлен из металла. Превосходный подарок для фанатов этого героя комиксов и фильмов от Marvel. У брелока цепочка из металла, а к ней прикреплено металлическое кольцо. Благодаря этому брелок можно носить вместе с ключами. Можно цеплять на рюкзак сумки, портфеля и многое другое. Благодаря тому, что весь механизм металлический, этот брелок прослужит очень долго. Крутой кабель для зарядки вашего телефона от Blitzwolf, который нельзя разорвать, так как он сделан из волокна. Кабели из волокна оружейного класса практически неуязвимы и достаточно прочны для буксировки полуторатонной машины и могут быть искажены и изогнуты в 5000 раз. Это самый прочный зарядный кабель в мире. Также кабель поддерживает быструю зарядку и пропускает 3 ампера, что очень важно в нынешних реалиях, так как с его помощью вы можете зарядить ваше устройство намного быстрее, чем со старыми кабелями. Но конечно, если ваша зарядка также поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0, этого кабеля вам хватит для любого гаджета и еще для буксировки вашего авто. Согласитесь, крутая вещь. Светящиеся палочки HIS. Отличается высокой эффективностью. Излучаемый ими свет продолжительный и интенсивный.
Для активации просто согните их. Область применения этих палочек безгранична. Вы можете использовать их для подачи сигналов во время загородных походов. Их можно подвесить к любой поверхности с помощью крючка, который расположен вверху палочки. Будучи полностью автономным, а также прочным, пожаробезопасным, водонепроницаемым и пригодными для долгого хранения, они могут использоваться в широком диапазоне применений. Различные аварийно-спасательные, дорожные, уличные работы, в чрезвычайных ситуациях, в туризме и спелеологии, в подводном плавании, для подачи сигналов, да и вообще в качестве различного рода резервных осветителей. Дополнительная полочка-контейнер для холодильника или стола. Удобная полочка для хранения в холодильнике небольших продуктов, черри, печенья, сыра и прочего. Также подходит для крепления к их столу, выдвигается и можно хранить мелкие вещи, телефон, канцелярию и прочее. Удобная полочка для хранения в холодильнике небольших продуктов. Очень удобная и полезная вещица, как по мне. А вот и долгожданный конкурс. Приз конкурса – любой товар из видео. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, какой у вас любимый канал на YouTube или несколько любимых и почему. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!